Привет, друзья! На YouTube есть такой жанр видео – перерисовывать свои собственные старые рисунки. У меня есть несколько сюжетов, к которым время от времени я возвращаюсь. Один из таких сюжетов – девушка в розовой непрозрачной воде. Я рисовала этот сюжет уже трижды. Первый рисунок нарисован на графическом планшете, и из-за этого он сильно отличается от двух следующих работ. По сути, это не рисование, а просто обводка фотографий. И, конечно же, эта работа нравится мне меньше других. Но так как она была первой, я решила ее упомянуть и показать вам. Вторая работа с данным сюжетом нарисована в 2016 году, в августе. И видео с процессом рисования есть у меня на канале. Ссылка на это видео будет в инфобоксе и в конце видео. А процесс рисования третьей работы вы видите сейчас. Здесь должен быть какой-то вывод, но его не будет. Кроме того, что иногда я люблю рисовать девушек в розовой непрозрачной жиже. И меня очень радует, что по трем работам с похожим сюжетом, но нарисованных в разное время, заметно, как улучшились мои навыки рисования. И так как процесс рисования вышел долгим, а все свои мысли, которые я хотела вам рассказать, я уже озвучила, то вас ждет процесс рисования под приятную музыку. Her children sleep, the moments creep away. Stale rooms with diesel fume malaise. The sirens and lights, they pierced the night. Stirring up a sleeping appetite. When Katie spoke of crimson smoke and wings, the meadow larks in ghetto parks would sing. The melody would echo through the air. And travel through the window to her chair. In old shoes, the same fuse, the gravity of life to weigh her down. In gray dreams, the sky seems larger than it was, or is it because she lost her wings? She can't recall her steady fall from grace. Down on solid ground to stay. And somewhere in the journey she found peace. And trading all her dreams for guarantees. In all in gray dreams, the sky seems larger than it was, or is it because she lost her wings?
The sycamore is there no more to climb. But still she dreams of quiet streams and flying. Спасибо за просмотр и увидимся совсем скоро. Всем вдохновения. Пока!